Ой. А, Правда. я хотел это скинуть. Дискрин-то. Дискрин. Скрин, который где написано, что там русский наш делали. Блин. А ты можешь скинуть куда-нибудь другое место? Какая разница, куда скидывать? Не знаю, где. Ой, вдруг играть в золотые Какую? Да как в одну есть одну. Форест, что ли? Да. Собачий мозг. Почему? Да я его. Нам надо остров пройти. Знаю, что за остров. Не помню. Не забыл. Как раз рядом. Ну что, ты зашел? Создал? Сейчас. Так, мне подключиться надо. Да. Что-то хотел посмотреть, то когда тебя кикнут, что будет, если крестик, да. если крестик нажать. Да, ты хочешь меня кикнуть? Наконец. Ну что, нажать крестик-то? Да хочешь. Ладно. Я ж не ты. Влад-2. А если Влад зайдет? Бак уже не будет что-нибудь играть, сказал. Даже завтра будет. Наказан. Мы так и не прошли с ним. Наказан. Не знаю. Нам осталось одну эту пройти только. Если мы еще не прошли, все уже будет. Завтра пройдем. Последнюю часть. Ну чё ты где есть-то? Я гружусь еще. А чё ты не говоришь, здорово, здрасте, дорогие подписчики. Кого-то никого нету. Ну они все равно потом посмотрят. Всем привет. С вами Монти и Сакс. А как, надо посмотреть, как ты назвал, блядь. О, блядь, уже пиздец. Чего? Кого-то пиздит уже, слышу. Это я. О. Неужели не прошло 7 лет, присоединился. О. Sons of the Forest плюс Монти. Плюс Монти. Ладно, хоть не минус. Да, ой, бля. Такси заказывали? Такое. Где? Пляжное такси, бля. В GTA? Давай. Подвезти по сотку. Куда едем? А, тут дорожка есть. Да. Куда ли ты ж хотел на остров маленький? Я, где дорожка-то, бля? Вот она. Ну-ка нельзя так делать. Ты кому? Кошки, блядь. Во, еще одна игра со скидкой. Бункер. Да, мы тут не... А, бункер. Скажешь, когда будем напротив, ладно? Ты хуйни. На нахуй. Ты? Бункер, бункер. Какого бункера? Но мы же в бункер с тобой хотим. А, в бункер? Еще один, который другой ставит, да, дальний, что ли? Да, который не ходили. А, ну, а, блядь, а я не знаю, что же делать нахуй. Карту открой. Я не могу карту открывать. Бля. Машине в этой ничего нельзя карту открывать. Быть ты в маске, блин. Сам так нет, блядь. А я тоже в маске. Да. А тут не проехать, блядь. Блядь, у меня, собственно, надо подлечиться, кстати.
Тихо. Ну, твою мать, мне жизни не... приехал, а у меня жизни как раз нет. Мне сейчас бегать. Валим отсюда, знаете? Тут эти дропы есть. Что-то дропы есть. Остановись, сейчас мы покажем. Просто мне надо туда поехать. Да, блядь. Да чат бесит. Ой, Монти, нас уже атакуют. Бля, у меня жизни нету. Ты иди ты куда хочешь. О, у меня тут арбалет есть. Надо аптечку. Есть аптечка? Бля, у меня последняя аптечка осталась. Готов. Подожди, мне надо восстановить жизнь. Подожди, мне жизнь надо восстановить. О, аптечка есть. Кожа. Вон, сумочка. О, сюда бежит. Давай. Мне жизнь надо восстановить, у меня мало жизни. Готов. Что у нас есть пострелять? Это как это так? Он живой? Ему в лоб же дал. Промазал. Патронов нету. Блядь, нихуя себе, ёбнул меня. С ноги, блядь. Так прикинь мне в это. О, сумочка. Там еще один идет. Там еще один идет. Блядь, это что значит, не бабал? Бля, что есть пострелять? Что есть пострелять? О! Кони мои, кони. Ну, красный. Так, где-то у меня тут должна быть эта стрела. Вот, вот они, две стрелы. Я надеюсь, мне выпадет. Сука, не выпало, что надо. Деньги выпали, блин. Давай, Монти. Подожди, мне надо, чтобы выпало это. Ну, сука, не выпадает, ну, сакс. У тебя есть это боль утоляющая? Нет. Ну, сакс. Мне не выпадает боль. Это МакПейни боль утоляющая, так называлось. Бля, патронов ни хрена нету. Вообще ничего стреляющего нету, да? А, да сука, ну что это такое? Ебали, блядь. Готов. Что такое? О. Кожаная сумка есть? Мне стрелу надо забрать. О. А мне надо, короче, аптечку и этих. Где, блядь, стрела моя? Высок, давай переночуем сейчас. Время-то уже сейчас темнеет. На сакс. Где, блядь, моя стрела? Погоди, ты стрелу потерял. Какую? Ну, вот стрела моя. Я говорю, давай переночуем. Костра нету. Какой костер? О, дроп. Он еще Монти тут. Я тут собираю. О, аптечка есть, отлично. Сумка есть. Че я выкину? Тихо. Батончик. Давай, короче, это переночуем сейчас. Сейчас, погоди. Тут есть что-то переночевать или надо создавать палатку? Да, темнеет. Он еще тут сумка. Тут взял сумку вот здесь? Я взял. Так, ладно, я пошел ночевать, палатку ставить. Давай, готов? Так. Нажимай ноги. Погоди. Ну? Да погоди ты, блядь, это. Ой, у меня по-английски все. У меня тоже так бывает по-английски. О, сохраниться надо. О, факела еще горят. Блять, мне надо пожрать. Подожди, тут где-то было это. О, мне тоже надо пожрать. Тут сухпайок тут был халявный. Это сухопайок. Еще воды попить надо. Мне тоже воды надо попить. А напитков нету тут? Так, Костик.
вареное мясо есть. Так. А, тут нет, напитки есть энергетические. До хрена напитков. Напитки есть. О, два напитка выпил. Пойдем напрямую. Я подавился. А, тут же водой же можно напитками, да? Да. Затариться, точно. Да. Только два напитка пришлось тут полностью. Угу. Куда пойдем-то? На бункер. Да. Ок, что колеса. Пойдем по дороге, ну. Да, ну зачем-то долго. Напрямую? Да. Кто-то пиздит. Да я тут воюю с травой, блин. А, кстати, блядь, подожди, а где у меня находится этот? Надо поставить на это сейчас. Еще поставить надо. О, кинжал надо. Катану надо поставить. Забиндить. Я тоже забиндил. О, тихо. А, это Андрюха. Ну что угалось, это Андрюха, блин. Ну как он быстро бегает. Он... А, нет, это. Подожди, это Андрюха или нет? Какое-то место хорошее, слышишь? Тебе дом можно построить? Угу. О, смотри, какое. Давай дом построим. Какое прекрасное место, Монти. Давай дом построим. Может, что-нибудь есть. Внизу где? Давай дом построим. Да это, блядь, на полвечера тут дома строить. Да? На, чё тебе? А чё ещё нам делать? Кинь палатку здесь. Ясно. Чтоб место не потерять. Чё, хорошее место? Погоди, там, погоди, там внизу чё у нас? Речка? Ну. Давай это дом построим. Чё ещё нам делать? Подожди, можно метку было поставить. GPS? У нас же есть GPS, да. Я сейчас лучше метку поставлю. Ой, нет, тут речка слишком бурная. Я это сейчас метку поставлю лучше. На знаешь, на что? На домик, на знак домика. Я метку поставлю. Мне еще надо терминать. Так все равно в ту сторону бежать. А, три штуки, ладно, не буду я. Мне три штуки кажется. Пять мере. Нет, не ждешь? Нет, нет, конечно. Блять, мне, кстати, ну подожди, мне подлечиться надо. Ну, а, вот что-то медленно восстанавливается. Лепуха. Вот сейчас валюсь и опять меньше. Чё, тихо, на... за... А, это Андрюха, что ли, блядь? Это Андрюха не пугает. Я думаю, это... Бля, ну сейчас их там, блядь. Как тебе герой не устает, блядь? Выбери два напитка выпить. А, чё такое? Чё такое, блядь? Чё? Что за шум? Водопад. Это, по-моему, вырывать надо. Я был тут. Тут откопать, по-моему. Я тут был просто у себя. Флажки, блин. Это... Есть кто-то? Флажок. Тут копать надо. Ты что, блядь, лопаты нету, что ли? Я просто бываю. Так, это что у нас цикорий именно? Белый-то? Mm. Да. А еще желтый есть. Так, а, вот он, вот да? Достижение там все сажать-то. Что, копать надо, да? О, да. Да.
Значок, лопата. Значит, копать надо. Лисица стоит. Ну и два камня стоят. Кто там орёт, смотри. Андрюха на тебя смотрит. А тут животные бегают. Он что-то на тебя указывает, он что-то показывает. Монти, ты видишь, что вокруг нас, блядь, хуйня бегает, блядь? Вон там, блядь. Где, блядь? Не видит, нахуй. Вот, орва, блядь. Я не вижу никого. Бля, такое интересное место. Косточку, ну, откопал, блядь. А, вот он, вид, блядь, прикинь, он из меня пробежал. А чё он меня даже не тронул? А куда он делся? Он наверху сзади за тобой бежит. Их двое там. Это обезьяны какие-то, блядь. Бля. Вон он. Гоню. Ебать, он с броней, что ли? Он с броней, правда, Влад сказал, с броней, прикинь, с броней. Одного готов. А где второй? Один с броней, прикинь. Кто ты? Жуткой броней. Тихо. Вон он. А, нет, это труп. Второй где? Вон он. А он трус. Он боится меня. Он прячется от меня. Цыпа-цыпа-цыпа-цыпа. Куда ты делся, хорошенький? Давай, все, Монти, иди сюда. Сейчас это нападет обезьяна. Майнанс С. Это С, который. Бункер С. Последний бункер. Может, новый потом добавит? Скоро обновление будет. Блин, баг. Мне не открылось, прикинь. Откопай. А почему? Ха, а он мне заново открыл, у меня баг. Тоже вот это. Заново, у меня анимация. А почему так? Кировато открывал. А там есть что-то интересное? Блин, это горит. Что там интересного, Сакс? Опять комната, да? Что там? Комната? Угу. Там могут быть эти. А, это недостроенность. О, револьвер. Где? Ага. А, да. Это тут вот недостроенная, слышь? Как та комната, только недостроенная. Даже этих нет сохранилок. Она недостроенная. Как вертига, блин. Что, больше ничего нету? Дальше надо смотреть. Ну, а тут дальше вот это. Ой, бля, какая хуйня. О, батарейки. Да вон, внизу этот ящик. Этот звук не бесит. Даже 3D принтера нет. Ну тут весь недостроенный. Может потом что-то будет тут. Все, больше тут ничего нету. Это такой принтер. Туда сохранение. Наверх идем. Там только осторожно вот это. Одного я не добил его. Блядь. Вот. Да, блядь. Вот. Ты сохранимся, Сакс? Да.
Это говно бегущего. Да я... Дай палатку где? Ставь. Так два, блядь. Просто где у меня палатка-то? Да, блядь, там нахуй. Заебал, почему это открывается хуйня? А, откуда мне не будет палатки? Слышь, давай ты открывай. Мне почему тебе тоже палаток, прикинь? А ты не запасной палатки? Вот, да я их спизжу, ладно? У меня вообще нету, я ту оставил, блин. Туземец, блядь. Я эту спизжу. Блядь, зачем? Сохранюся? Нет еще. Бля, у меня ни одной палатки нет. Теперь да. Прикинь, мне ни одной палатки не осталось. Ставил, блядь. Вот, забирай. За палатку осталось, охренеть. Так, куда поем-то? Так, куда я хотел? На остров, ты говорил, на остров надо попасть. Пойдем на зимнюю гору вот эту. А нет, подожди, ты же хотел на остров пойти вот таки, помнишь, мы смотрели? Что нам надо? На речку? Ну, пойдем до речки. Там такие острова какие-то были, помнишь? Вот острова, вот, вот эти, или какие-то мы как острова, ты говорил. Какие-то острова. А где они, блядь? А хуй его знает. А, это внизу. Ну, пошли посмотрим, что там есть. А потом гору. Пошли на гору, нам как раз надо там острова, если что, спустимся. Ну, давай, пошли. Попробуем на гору забраться. Блять, вот любишь ты по горам лазить? Значит... Чтобы дом построили. Чтобы дом построили. Ой, он с Владом строит дом. Ой, блять, ты че его не убил? Я его даже не видел. Счет где-то один крякает. Монди, с какой стороны-то полезем? Я не знаю, блядь, ну как идти. О, по речке пойдем. Значит, ты не строитель. По речке пойдем. Как это по речке? Ну что, она откуда-то течет? Нет, что флажки знать? Подожди, может, что-то копать можно? Нет. А, это боль. Какие здесь такие поля. Что ты там стал? Пошел, бля, опять Андрюк напугал. Знаете, я палатку вообще-то планировал там оставить, а ты, блядь, взял, забрал ее, да? Понимаете, мне последнюю палатку оставил. Да я бы тебе дал еще бы, блядь. О, хрен, у меня одна палатка осталась, представляешь? Иду, у меня одна палатка осталась. Бля, ты что, не полная, что ли, эта доля? Сними ты эту броню-то, ебаного, устает, она же тяжелая, блядь. Да? Конечно. Ну, сейчас поснимешь, там надо другую одежду одеть. Одень потеплее. Надо тоже потеплее одежду одеть. Зимняя куртка. А есть? Ветровка, да, гидрокостюм, пижама, куртка. Тактическая куртка, смокинг, кожаная куртка. А, есть. А еще лучше. Подожди, у нас что, нет космической? Где у меня все эти-то, блядь, вся броня там? Заебись. И брони тери. Понятно. А у меня что, нет брони-то? У меня нет брони. А, я могу это делать техноткань. Что надо техноткань? А, это батарейки. У меня батареек нет. Смотри, я же брал батарейки. Космический костюм. А, у меня батарейки нет. У меня батареек нет. У меня все на фонарик ушли. Скажи, зачем нужно тех для этого костюм, для брони надо дарить? Ты со скоро там?
чуть-чуть броним. Чтобы... Мне вообще нет брони. У меня батареек нет. С листьев можно сделать. Пошли, ладно. Ты уже заебал наверх. А все там уже все, сам. И все, и все, и все, и все, сам. Нет, хреново идет. Так отсюда вода идет. Как ты хотел там. Что, наверх не залезает? А там все, там видишь, смотри, как. И как теперь, я хуй знаю теперь. Водопад? Да, там водопад. Там даже... Под камнем он идет, там под камнем идет, когда так гипса. Он под камнем идет, когда так интересно. Слушай, а может можно тросометом как-то, а? Вот есть же это, слышь, у нас же есть эти тросы. Асакс. Давай попробуем. Ну там лестница есть, слышь, там лестница есть. Вот у нас тросомет есть. Он, нас иди по камням. Вот зачем тросомет, а? Можно как стрелять им. О, точно! Смотри, я выстрелил тросометом. Смотри, мост наверху видишь? Я вижу. Смотри, тросомет. Я выстрелил тросометом. Да хуя, вон ты идешь хорошо. Пока что. Там красная была. А что за мостик? Ну-ка, дай-ка посмотрим. Это же его заметил. А как ты хочешь? Как его? Слева пойдем или справа? А, справа. Да, да, направо, конечно. Блять, ну как тросометом пользоваться-то? Красиво, да? Здесь бы дом построить. А, зимой. Блять, ну как тросометом пользоваться-то? И чё? Так, мы в этой пещере были? Где? Там пещера есть? Да. Так, да раз... Вот в одной были, у нас моноколесо стоит. А, вообще-то в них в трёх были. Где тут пещера-то видишь? Вообще не вижу пещеры. Где тут пещера видишь? Дерево там. Куда идти-то? Самый верх? Ну да. Я кажется, просто сам это понял. Просто сам. А, я хочу дельтаплан найти. Может он где-нибудь здесь наверху и есть? Его. Не, он находится в совсем другой точке, дельтаплан. Тоже на белый, но там он, там слева находится. Тут еще одна, не одна гора? Наверное, да. Прикинь, мы все давай на самую высокую точку горы. Что не? На самую высокую? Пошли. А что тут никого нету-то, блядь? А что они зимой? Потому что они туда не замерзнут. Они трешь, они полуголые, блядь. Какие-нибудь медведи белые, блядь. Медведей вот, нету тут. Вот заяц, вижу, бегает. Кстати, как, говорят, хотят добавить хоть животное новое. Медведи. Ох, что медведи нет. Рафки есть же медведи. И эти. Идите, ага. Идите. Ну, кролики есть, бегают, бегают. Кролики. Да. Чё, как? Давай попробуем так. Сбоку. Не зайдешь так, ты чё? А если через тросомет? Я заебал, ну хватит уже. Как ты сам? Надо отдохнуть. Мне тоже надо отдохнуть, заебал уже. Ну, Андрюха пришел. Вот на санках Монти пиздато спускаться. Ага. Вот что-то не хочешь санки делать. Ну чё? Чё, мы на самую высокую сейчас зайдём? Чё, нельзя так? Не знаю, тебе холодно пишут.
А мне не пишут. А мне ничего не пишут пока. О, он еще тачку. Вот еще самая точка. Пошли на самую точку высокую. Так, это не самая. Вот самая высокая. Вот я вижу, я замерзаю, блин. А я не замерзаю. Я какая куртка? Зимняя. Тут зимняя. Мне пока не пишут. А мне ничего не пишут. Может, пока мало. О, хорошо. Вот там самая высокая. Ох ты. А ты что делаешь? Огонь развел. Как туда? Да? Как ты туда прошел, блин? Ну просто. Да, я, опять... я хочу на ту попасть, на самую высокую. Да, Монти, он мне пишет, что мне холодно. Слышишь? А мне не пишет. А мне не пишет. Ой, как тут высоко. Я пойду на ту самую высокую. Я замерзну сейчас. А я не мерзну. Может, я бак пом... А ты Павел возьми, ты самет. В руки, может, это... Может, я бак поймал. Смог приглашает. Как ты мёрз? Я не мёрз вообще, блядь. Ничего не написано. Это... Погреться. Ну там зеленое, смотри, там все зеленое. Че зеленое, блядь. Тут белое, там зеленое. Смотри. Давай, это тут самая высокая точка, да? Я вот от самой высокой точки, Сакс. Походу, тут самая высокая точка. Или нет? Бля, мне не пишет. Опять, мне холодно. Мне. Не знаю, не пишет. Ну, там видишь, все зеленое. Угу. Слышу, это ветер, да? Да. Чё, мы во всех пещерах были, блин? Наверное, не знаю. А в чём? А, вот они, пещеры. Наверное. Ну, во всех. Надо проверить, револьвер как стреляет. Чё, куда пойдём? Куда ходишь? А, ты же хотел вот остров посмотреть. Где он? Где он, блин? Можно через горы пойти. Не знаю, у меня вообще не написано, почему ты его замерз. Может, у меня герой закаленный? В боях. Угу. А у меня старик. Ну там тут я не. А, не, у меня не нервы. Ну, слава богу, не нервы. Руки белые. Ебать тут. Вот там мы были в пещере, блядь. Внизу, видишь, где речка, блядь. Подожди, вот где-то, наверное, здесь эти... Подожди, ну-ка. Это где мы сейчас находимся? Это какая, блядь, я не понимаю. Вот вот трава, вот, слышишь, Саша? Прям, вот прямо, трава, прямо, да? Лево, ну, где, да. Где, мига, где мигает бункер, да? Нет. Ну да, да. Mm. Подожди, я что-то не помню. Подожди, это у нас какая часть? Вот они, вот эти, вот, я туда сейчас смотрю, Сак. Куда? Вот ты, туда. Ты иди сюда, даю, твоешь. Далеко от меня.
чудо. Посмотри, телепорт. Ну вот, вот там, вот, вот смотри, вот куда я иду сейчас. Не туда. Куда? Не туда. Вот. Вот туда. Вот. Вот такие они острова, как островки. Они просто отдельные, видишь? Вот они. Да ну тебе. Да-да. Вот пошли туда посмотрим. Смотри, наши следы. Вот они острова. Иди сюда, вот иди сюда. Посмотри вот сюда. Вот они острова-то. Вот они такие. Они просто вместе они. Не, Монти. Да-да. Вон с той стороны они. А, с той стороны точно. Да, так сказать, не знаю. А, вот, все, нашел, нашел. Угу, с той стороны, видишь? Да, да. Вон они. Ну. Куда надо идти? Что, запутался? С какой стороны обойти надо? Не знаю. А нахуй обойти, мы пойдем напрямую. Зачем, да, обходить? По горам. Не, он замерзает, блин. А у меня не замерзает. Туда а надо идти, вот. Бункер как раз. Ну что, на санях попробуем, Монти? Давай. Я так не понял, как у меня, блядь. Так, прыгнуть и нажать левую кнопку мыши. Левую или правую? Левую, блядь. А, ой, я уже поехал. Ёбаный в рот, блядь. Вода замерзла. Все, остановился. Быстро? Ни хрена себе. Че? Подожди, а сейчас куда идти-то? А, вот прямо, короче. Вот они, торопки. Пошли дальше скатывать. Хуя, лед пробить нельзя, блин. Все, блин, дальше ехать. Погоди меня. Дальше ехать нельзя. Интересно. Погоди, говорю, меня, блядь. Ебал, блин. А что это за баги? Я держу сквозь этот. Сквозь сани держу руку, блядь. Ты где там? Пошли. Это с этой. Ой, блядь. Бля, я устал, ну. А мне я не устал. Теперь я не устаю зато. Я катаной помахал. И чё? А. Устал, он, блядь. Хорошо, ну устает вот катаной. Вот там два маленьких островка. Но никого нет, наверное, никаких. Надо аборигенов искать. Они тебе спавнятся или нет? А прикинь, мы всех аборигенов убьем. Ну-ка, самки одеть, блядь. Блядь, ну я в тебя врезался, ебаный ты в рот стал, блядь. Блять, ну нахрена я. Ой, блять, ну ч. Там я не еду нифига. Я так скатываю сам. Там я так почему не скатываю. Ебать, вот это скорость. Даже я не скатываюсь. Ава. Ты охуенно, ты охуенно сейчас полетишь оттуда. Ой, да ну я врезаюсь, понимаешь, я врезаюсь. Как ты есть не врезаешься, врезаюсь. Давай, давай. Ой, бля, я врезаюсь, нафиг. Ой, летишь, да? Да лечу, я врезаюсь в сетках. Подожди меня тебя, да? Так, что тут внизу одеть, Монти, можно какую куртку, блядь? Не знаю, бля, я вот даже ни разу не замерз. Я, наверное, одену смокинг, ветровку. Я смокинг одену. А я тактическую куртку. А я смокинг буду. Вот смокинг был. Блин, тут что-то вопрос знак. Может, что-то можно взять какую-то еду? Да, это эти. Я понял.
Я где-то сам. Ну что тут, блядь? Ой, блядь, меньше жизни нет, упал, блядь. Это, ай, у меня нету этих. Сейчас подожди я. Что ты? Почему не выпадает этих? Ну не выпадает этих. Насчет. Более утоляющие не выпадают. Бля, половины жизни нету. Знаешь, упал, бывает. Ты что, блядь, не видишь, куда идешь? Да и ты этого не смотришь. Что, ты хочешь револьвер испробовать, да? Должны быть. Кажется, мне кажется, они не спавнятся. Неплохо, если не спавнятся. Заново. Вон он идет. Где? А где револьвер? Какой нахуй части? Не знаю. Где пистолеты, бля? Отлично. Все, гад. Что тупишь-то, Монти? Так же, как и все, блядь. А, не, ну в КСГ там правая кнопка. Вон еще один бежит. Слева, слева, о. Слева. Вон он. Ага. На дереве, давай, стреляю. Ну, на броня, да? Перезагрузить надо. Командир упал. Неужели Вирджиния пропала? Смотри, эти есть. Ноги, руки. Почему-то Вирджиния пропала. Тихо, еще один. Он это встал, я его не убил. Че так штука револьвер? С первого раза, да? Ну, этот я не убил с первого раза. Она проснулась потом. Короче, ну чё, какой остров идем? Азакс. Это знакомая хуйня тут. Да? Да, знакомая хуйня. А где ты? Вон там перемычка, видишь, где? И дорога там и есть. Ну запрыгивай давай уже. Ёб твою мать, Монти. Стой. Ой, точно, я сейчас у меня половина жизни нет. О, что это такое? Иван-чай. Кипрейда. Кипрейда. В инвентаре несколько инструкций для изготовления изделий. Блять. Ага, ранее сам говоришь аккуратнее, сам держи. Ягоды гуарана. Слышишь, у тебя ягоды гуарана возьми сам. У тебя есть? Что у нас еще? Ну, сложно, ягоды есть, слышишь? Так. Ну-ка. Это, подожди, дай я съем. Что еще поднимает здоровье, блять? Я хочу попробую гурану достижение получить. Зачем мне чай? Что же получить, чтобы достижение получить? Что же надо сидеть все там? Сейчас едомный найти. А, у меня, кстати, энергетик есть. Такой. Что же еще можно съесть-то? Да ёб твою мать ты, блядь. Чё ещё, ну чё я ещё не съел, чтобы достижение получить?
Меч для гольфа. А, меч для гольфа. Снежные ягоды. Да что я еще не съел-то? Что там? Вот. Твою мать, блядь. С этими горами, блядь, там. Заебешься ходить, блядь. А, блин, не пойму, что же надо съесть-то все, чтобы это... А, мясо еще надо съесть жареное. Руку вот эту, ну, пожарить руку. Хочу достижение получить. Как я поверил, Господь, сделаю. Е? Я хочу достижение получить, Костер. Я хочу мясо пожарить руки. Жареную руку съесть. Давай на пляже хоть костер разведу. Давай. Я достижение надо получить, все сожрать. Я не знаю. Ой, бля, это мой опять что ли? Они не разбились. Ёб твою мать! А тут море пляж какой-то. Кто там у тебя орёт, блядь? Где? Блядь! Я разбился, Сакс. А нахуй ты прыгнул-то, блядь? Ну, это вот так, блядь. Я думаю, это выдержу, блядь. Угу. Блядь. Где я появлюсь сейчас? Вот я, блядь, это... Появился в этой деревне. А, ты как раз на острове появился. Да ладно. А ты деревня, кстати. Ты деревня. Подожди меня. Да я это... Не надо... С этого взять, нига, что ли? Я все-таки нига, что ли? Почему мне то руки белые? Я что, перерождаюсь, что ли? Получается. Я в какой деревушке, блин. Ну то это есть колесо, Сакс. Давай костер сделаем. Тут колесо есть, слышь. Ну, погоди, сейчас я к тебе приду. В деревушке оказалось, короче. Так, давай костер разожгем. Костер разожгут тут. О, тут есть и это цикорий. Так, ладно, давай-ка костер разожгем. Блять, тут этот красный хуй ходит. Где? А ты в курсе, что можно огонь, который разжечь, который не долго горит с помощью камня? Знаешь, Сакс? Куда? Тебе иду. Там хуй, да. Хуй красный идет. Вон там не идет, я вижу. Прям, ну мало жизни. Он все еще. Он еще одна пидорка ходит. Блядь, ты что, меня уебнул? Ну так а нахуй ты, блядь, суешься-то, блядь. Я ее... У тебя есть аптечка? Бля, почему я сумку открою, мне аптечку не дают? Ебаный рот, хуя тут их сколько много. Опять не это перерождаться. О, сумка есть. А чё я дурак сумку-то не нашел? Вон сумка валяется. Так, всё-таки не... Блядь! Саш, помоги! Мне пидер. Да блин, Сакс. Но меня тоже бьют, чё ты, блядь. Мне я тоже никто. Я даже не успеваю взять свою. Не только что убрать. Вот мы попали с тобой. Не сломали даже. Ну, ты можешь достать. Блядь. Еще один, блядь, двое. Да сука. Блядь, они Кельвина ебнули. Да? А он лежит.
Точно. Все сдохло, пылью. Смотри. Все сдохло, пылью. Че, не видишь, что ли? Я Кельвин, а что, его даже выстрелил? Все, блядь, вот такой же, блядь, все, нету больше у нас Кельвина. Загрузимся. Да похуй. Без Кельвина будем. Пиздец, мы без Кельвина. Вот так и девчонку убили. Давай огонь разожгем, Сакс. Грибы. Сожрать. Так, я огонь разжигаю. Где огонь будем сжигать? А ты что такое? Камень. Кто-то идет. Нет. Слышишь? Нет. Он топает, он. Потом разожжешь, погоди, давай всех ёбнем. Сука, я беру нахуй револьвер, блядь. А, вон бежит Монти, Монти. У меня анимация. А, она плакивает. А плакит, плачет. Своего друга плакивает. Блядь, нашего Кельвина убили. Прощай. Может, он потом возродится? Пойдем в деревню. В деревню зайдем. Сиськами это девка. Слышь, это девка. Что мне взять теперь? А тут еще деревня есть, еще одна деревня. Да. Сзади Монди. Я не нашел. Кельвина убили. Где? Он убегает. Че, я бегать за ним буду? Пусть сам по-любому уходит. Он еще одна идет, блин. Чё, тут лут-то есть? Да, вон тут есть. Чё, мне надо огонь разжечь? Сжать надо мясо. Вон оно. Ну-ка нахуй. Она убегает. Так и огонь разожгу. Сука. Все нахуй кончились, блять. Стрелы, блять. Жалко, обидно, бота убили. Так и Вирджинию у нас убили. Кто там бросается водой-то, блядь? Не знаю. А, так это ноги. А мне надо это. Да, блядь, дурак, зачем ты съела? Должен зажарить. Потом съел. Сука. Руку отрубил, блядь. Блядь, я у него руку съел, блядь. Намахуй. Стой, ну-ка. Где мой огонь? Дурак, я съел это. Вон. Я дурак съем. Это мы только на одном острове, блядь. Подожди. Блядь, почему только стоит? Ну где, ну как зажаренное или не зажаренное-то? Библия, блядь, лежит. Да?
Библия лежит, говорю. Сожги ее. Это мой обед. Ёбнувши, что ли? Что? Ты, блядь, не я же. Ну, мне надо, я хочу достижение получить, все сожрать. Мясо жареное. Он еще туземец бежит, блядь. Ощущение, как будто, блядь, со всех дерей. Давай, беги сюда, сейчас я тебя, блядь. Блядь, мало здоровья, блядь. Да кто меня пиздит-то? А, я огонь, дурак, я огонь. Мне мало здоровья, блядь. В огонь попал. И никто мне пиздит, а я в огонь попал, дурак. Ну давай сожрём. Сука, бота ёбнули, пидоры. Это да, обидно. Это обидно. О. Где ещё не сожрал? Это обидно. Так, что еще надо сожрать? Это я съел. Морковку я съел, ежевику я съел. Еженадю. Где же Настя? Не знаю, ягоды. Алоэ. Овощи. Гриб. Блять, заебал. Каменная стрела, блять. Давай сделаем, заебуешь. Так, 4 булыжника. Раз, два, три, 4. Вот, мне ж, ну-ка, куда выпала аптечка? Во, наконец аптечка выпала. Слава тебе Богу. Наконец аптечка выпала. А то может... Ну, конечно, ты, дурак, рыбу съел, блядь, долбоёб ты. Дурак. Пёрышки. Блядь, кто меня пиздит? Не знаю. Кто тебя не пиздит, ты чё? У меня кровь что-то была. Чем доел мне. Ногу жрать. А, ее только замазать. Эту нельзя ногу жрать? Нет. Ты не знал? А какую-то ногу можно сажать, какую-то нельзя. Две палки. Я не знаю, что еще мне надо сделать, чтобы сожрать. Что мы еще не собрали, блядь? Что я еще не сажал, блядь? Жене-то получить. Не понимаю. Ежевика. Ну и мясо сколько? Каннибал. Там каннибалом становлюсь. О, теперь полностью здоровый. Так, пойдем на другой остров. Асац. Я погоди. Пошли на другой остров. А там еще маленький есть. Пошли на него пошли. Сейчас стрелы сделаю себе, погоди. Ой. Вон кто-то бежит, блядь.
О, бег. Говно, блин. Бота живет. Можно как-то бота оживить. О, он бежит, блядь. Взяли бота у меня. Хоть бы подождал бы, блядь, съебался, блядь. Вот нажало, блядь. Жду я тебя. Все уже, я мимо тебя прошел, блядь. Не видел. Я собираю мороженое. Сейчас собираю. Я вам собираю все. Снежные ягоды. Снежные ягоды нельзя сожрать? О, киты лежат. Где? Пойдем сюда, выйдем. Ну-ка, тут какие-то, может, ягоды есть, гураны. Да у меня они целые, блядь. А где еще есть ягоды-то? Блядь, ну что же надо еще сажать, чтобы по достижению получить? Не понимаю. Морожка, сожрал я, все сожрал я. Человек это был, ну, сожрал, блядь. Ой, так кто там такие? Где? Акула? Слушай, я хочу достижение получить, чтобы акула меня сожрала. Давай сохранимся. Давай. И я хочу, чтобы меня акула сожрала. Съебал, потом сам получишь один, когда будешь играть. У меня нет этих. Ну что ты? Не хочешь получить достижение, чтобы акула сожрала? Нет. Просто хочу максимально немножко достижения оставить. Вон акула плавает. Пускай плавает. Мне, правда, жизни мало будет. Я хочу, чтобы меня акула сожрала. Это. Не хочешь достижение получить? Нет. Вот именно, вокруг плавник другой, блин. Так, вот еще остров. Ну, пойдем, обойдем, может, какой-нибудь лут будет. А что ты находишь напрямую? Да ты заебал. А что ты на напрямую? Я говорю, может быть, лут какой-нибудь будет. Я поплавать хочу. О, рыбка есть. Выйдем. Блять, без этого скучно, без вот кто дом будет строить, кто рыбку нам будет ловить. Ё. О, морская звезда есть. Ну что, нашло вот? Вот такое место могли бы что-нибудь оставить. Вон киты лежат. Вон киты дохлые лежат. Я говорю, могли бы что-нибудь оставить, да? Вон их тут. Да, может, ой, блядь, стой. В деревне есть, перед деревней вон. Пошли мне драться. Куда? Нахуй ты полез-то, ёбаный в рот. Тебя просили, блядь. А чё ты, брат? Ой, бля, у меня мало уже, ну чё, своего бьёт? Бля, у меня полжизни нет. Бля, как он ёбнет? Ёб твою мать! Бля, ну за мной. О, без руки остался. Вот эту руку можно сожрать. Это я сожру руку. Всё, нахуй, кончился. На нас наступает, ты, блядь, руку жрёшь, блядь. Так, дай-ка я что-нибудь съем, пострелять могу. О, сумка есть.
Блять, не мало жизни. Дай-ка я это. Ой, там еще двое бегут, бля. Блять, не на сумке. Я хочу, чтобы мне лекарство попало в сумке. Подожди. Ну почему нет лекарства? Блять, нету лекарства. Снежные ягоды есть. Еда, блядь. Еда себе. Почему? Ой, красный человек, ты где, Ксак? Руку проткнул. Так. Че? Вот. А он Кэт и Эльвин есть. Че, он переродился? Где ты? Он живой, слышь, он переродился. Где ты видишь ты его? Вон, посмотри на карту. Кэт стоит. И что? Так он там лежит просто. Да? Ну, может, его спасти как-то можно. Птичку взять. Надо ему аптечку, наверное, да. Надо его как-то спасти. Там красный человек. Другого. Красный человек. Да, блядь, он мертвый, хули ты не он. Разве уйдешь? Отстань, я сам уйдем, блядь. Это девка вообще-то. Ее, блядь. Там еще внизу лежат. Блять. А мне вообще, если я упаду, я разобьюсь. Я почти разбился. Стрела твоя, Сакс. Сейчас возьму. А, тут один завязанный. О, этот живой. Смотри, завязанный, это живая. Мы с Саксом видели, видишь, он живой, блядь. Хочешь развяжу? Он завязанный. Хочешь развяжу? Ну, не надо. Смотри. Ты беги. Ты дурак, что ли? Ты дурак? Пусть он их-то жрет. Че ты, блядь? Может, не тебя будет жрать-то, блядь? Че ты, блядь? То есть ты его спас за это? Ну. Сейчас до тебя побежит, блядь, на тебя, ну. Раз ты в него стрелял, блядь. Все, нахуй, надо валить отсюда, блядь. Бля, патроны кончились. Он полуживой, полумертвый. Блять, он сожрал меня. Как ты, блин, не спасал меня? Ты, блядь, дурак на чистом месте лег и съедел, блядь. Я хотел быстрее взять вот чеснок, чего-нибудь. Объясни мне логику твою, блядь. Где я появлюсь? Это можно было. Вот а шутку броню собрал. Что такое? Я под водой. Я под водой оказался. Слышь, Сакс? Слышу. Что такое за баги? Я под водой, блядь. И как мне теперь найти это? Я под водой, короче. Ебать баги тут. О, я под водой оказался. Вот мой пэт. О, тут лут есть, патроны, блядь, заебись. Где? Где, блядь, где ты умер, где? Да, может, меня акула сожрет? Ты ее убил, эту хуйню-то? Да, естественно, я ж не ты. А где это там? Вон где там. Вот тут, впереди только. Косточки. Патроны. Так, я пошел к акуле. Я пошел к акуле.
Подождешь меня, а? Ну, хочешь, чтобы меня кул сожрала? Что ты там? А мы были на том острове? Пошли на тот остров посмотрим. Не были, пошли, конечно. Давай этот обойдем весь. Это другое, это ближе к которым. Мы потом пойдем. Пошли. Вон рыбку на возьми. Две даже мальчик. Слышишь? Угу. У меня тут три только можно брать. Пошли на тот остров там, куда ты пошел. Кота на все в крови, блядь, что помните? Да, жалко. Ну что, как-то реанимировать можно, блядь. Идет, если бот умер. Еще убили бота. Ты можешь тут так вспомнить? Куда ты пошел-то, блядь? На остров. На маленький пошел, блядь. А чё? Я не туда попал. Погоди, подожди меня. Интересно. Вот там еще есть. Вот тут это есть. Блять, акула, сука. Ну, ты чё, акула? Да где она? Где акула? Да урод, блин. Я хочу акулу. Где акула? Чё, я ушел. Ну тут есть это человек, тут человек Сакс. Он тут есть. Убей его, Сакс, помоги мне, а? Уземец. Ебать, у него крюк. Дай мне его нахуй, у него крюк, Сакс. Где ты говоришь акула? Море. Ты пошел в море. А где море? Иди в какую сторону плывет? О! Саш, в какую сторону плывет? Да отстань ты нахуй. Где там охота? Что ты там взял? О, лекарство попалось, ебись. Блядь, а мне не попадает. В кожаной сумке. Да я знаю, я открываю, мне хуйня какая-то. Где охота? Во, патроны попались. Еще куни попадает за минуту, наверное. Монетки. Акулы нету. У меня акулы нету. Ой, еще лекарство было. И тупая акула. О, у меня съел, я получил достижение, ура! Все. Ебать она на меня напала. Все, я достижение получил. Меня акула сожрала. Тут у меня черный экран. А вот. Опять в море появился. Да. Блять, а как это я в море раз это? Все. Больше акули я не пойду. Достижение получил. Все, что достижение осталось получить. А для чего тут рация, Монти? Ну, блядь, в игре говорить, чё, блин, с игроками. Я тебя слышу, что ты говоришь, зачем? Это для тех, кто это... Блядь, не смогу слышать. Всё выключил. Это чтобы это, блин, общаться с игроками. Мы не только же люди с Дискордом. Чё, ты идёшь? Да. О, сумка есть, дай-ка сумку. Ну-ка, может, можно собрать? Ну-ка, я надеюсь, попадется мне. Надейся. Да, сука, ну вот видишь, у меня попалось, короче, снежные ягоды, блядь, скотч и проволока, блядь. А тебе и патроны, блядь, да еще и это. Почему тебе так везет? Два раза эти. Ну, везет, блядь.
Тебе эти таблетки не нужны? Не нужно, нет, но не могу тебе дать. Дал? Мне почему-то не попадаются они. Я бы ждать, чтобы они восстановились. Не восстанавливаются. Тихо, ягоды. Да, ягоды гуранды. Чуть мне еще надо сажать с пути, не ебаные. Не понимаю. Все сажал я. Ну-ка, пойдем наверх, залезем на остров. Устал. Уже еще сажать-то надо. Камни. Да, блядь. Кто мне пиздит? Чего-то, что-то, значит, какие-то ягоды еще не собрали. И что-то еще не собрали, блядь. На траву нас сажать. Блядь, зачем нас сажать? Что там интересного, Савца? Нихуя. Хоморы собираю, блядь. О, мухомор я жрал. Нихуя. Мухомор я сожрал, блядь. Боже, еще можно сожрать ты. Думные, съедобные, блядь. Яйца, черепаш, яйца. Ну, так, мне надо еще черепаш яйца найти. Где их найти? Я знаю, вот на островах. О, смотри, убитая черепаха. Черепаш яйца надо найти, точно. Вот и пошел там. А черепаши на этот на пляже искать. Ну, смотри, видишь, большой остров теперь впереди, Монти. А короче, черепаха искать, черепаши яйца, слышишь? Нет, не слышу. Чувствует черепаш яйца знать. После нахуй пить хочет. Только что ж попил, блядь. А мне тоже надо. Энергетика уебать. Давай, давай, Гарри, своему герою, вливай. Вливайся. Хочу чуть-чуть пить, я не хочу пить. А, я не пойду больше, хуй мне сожрала один раз. Мелко. Я не знаю, бля, как я вам так внезапно подбухал. Ага, мелкая. Это бацакула, блядь, она так быстро укусила, блядь. А, у нее мало жизни было. Скажи, с чего не получил? Возьми рыбка, блядь, ладу клякула. А она может не быть на тебя нападать, когда у тебя полная жизнь. Она же тоже, наверное, на кровь реагирует же, акула. А Сакс? Где черепахи? Надо черепахи найти, кладущие яйца. Яйца, найти черепах. Пойдем по этому. Черепаши дети найти. Бля, где же я находил-то, а? Ребята. Где я находил? Тут нет черепах. Это надо искать. И черепахи есть. А вот там что на камнях, блядь, интересно. Ничего там нету интересного. Черепах не видно? Угу. Этот обрыв, блядь. Пошли по этому, по пляжу.
Нам... Черепашки яйца искать. Нам так-то надо, видишь, дорожка есть, к озеру идет, там по-любому есть эти туземцы. А ты же черепаш яйца, да? Ой, я думал, это Андрюха идет. Значит, Андрюху не будем нервировать. Ну нахуй нужен. Действительно. Вот как ты так. Вон, пойдем, пойдем на камушки-то забежим. У нас там черепаш яйца есть. Черепаш яйца останет, блядь. Блядь, нахуй я дурак замахнул с этой. Ну, ну, блядь, это камни не черепаш яйца. Ну и что тут интересного? Даже черепаш яйца нет. Что тут нет интересного? Просто камни и все. Рыбка. Бля. У тебя ж полная рыбки. Зачем тебе рыбок? Еха, они полны эти рыбок. Видишь, там и рыбки все равно полны. Может, ну, ну-ка, знаете, обновят новую рыбу добавят. Рыба пила. Долго рыба пила, блин. Рыба штиль. Рыба, прикинь, пау, так и пол руки у тебя нету, блядь. Блядь, ну где же черепах яйца? Где эти черепахи? Да ебал вставать уже. Может эти чинит. Мелкие камушки пособирать. Достижение. А не дают за не достижение, а это стрелы делать с них можно. А, блин, рядом где же эти черепахи-то? Все, нахуй, целая, блять. Битком, блять. И черепахи. Понти, нам налево, нам наверх. А я хочу на пляж черепах. Ну нету тут черепах, поебал. Не тот пляж. Пошли искать черепах. Пошли черепах искать. Я наверх туземцам пойду. Ну кончи нужны нет. Я чувствую, мне устал черепаш яйца не съесть. Тут что-то есть. Я черепах нет. Ну зачем ты взял камень, долбоёб ты? Куда его бросить, камень ебучий? Взял этот камень и все, блядь. Долбоёб ты настоящий. Ну и чё, блядь? Где твои туземцы, блядь? Вон лагерь впереди. Лагерь. Доктор Дизель лагерь. Такое ощущение, как будто здесь копать, да, можно, блядь? Давай, копай. Тут лопаты нет. Ну, если нет лопаты. Не, я имею в виду такое ощущение. Пойдем туземцев прогоним. Можно вырыть, можно рыть, даже когда лопаты нет, ты в курсе? Угу. Я видел, он... Скрины там, короче, выкапывали. Группе. О, а есть эта деревка. Ну, какой деревня. Ну, сад, смотри, как пить. Три ящика тут. Больше о, нельзя. О. Где еще ящик? А, вот еще ящик. Как обычно, хуйня, веревка, блядь. Слышь, больше нельзя переносить консервы, а я сейчас хожу консервы. Использую консервы, подожди. Я смешиваю, блядь, ну. Какого хуя? Так, все. Вот.
Пошли теперь по дорожке. По дороге с облаками. Монти, смотри, какой крест. Где? Чё, блядь, не видишь? А-а-а. Это, не знаю. Может, тут, значит, это есть, подожди, кресты есть это. А, ничего, лопаты нету. В смысле нет, у тебя самого есть. Я говорю, значка лопаты нету. Взяли мы, разрушили эти. Вот люди придут, а у них дом разрушенный. А, вон, Монти, вон. Вот. Точно, Егор, давай копай. Ну тут лопата значок есть. Ну значит можно копать. Давай ты слева начинай, я справа. Али по дороге с облаками. Да копать не хочется. Блять. Теперь на что нужен? Два каната, блять, нахуй не нужен. Вот каната. О, банка. Так у меня полный банк консервов. Да нахер. Это бои. Или паш яйца были. Монетка, канат. О, монеты нахмите, монеты, блядь. Он, еще, а, вон еще, он еще, блядь. Где? А. Чем мы занимаемся, а? Эксгумация. Так, гроб большой. Нихуя. Значит, здоровый был этот земец. А, господи, господи. Ой, блядь. Ой, это есть. Да, ничего, ткань так собрал. А вон еще есть, ёпта, нихуя тут кладбище целое. Да тут кладбище этих земцев. Да, покопаем, мы. Здесь копаем. Яйца были, не цикория, блядь. Ну что, друг другого цвета, по-моему. Реально, гроб какого-то красного. Красного дерева. Красного дерева. А, он маленький гроб. Это ящик какой-то, не гроб, блин. Может, детский? Ну, а как его сломать? Ну маленький какой-то более. Здесь просто монеты нашел. Ну а как его сломать-то? А, его можно с этим сломать. Не ломается никак. О! Ну да, они это. Так он не понимаю, блядь. Это не понимаю. Не понимаю. Я крутое слово. Ну ты видишь? Чё? А он был. Понимание нужного слова. Блять, ну скоро, блин, до хрена будет эти проволоки. Пойдем дальше, сюда иди. А может еще есть эти? Куда ты пошел? Иди сюда. Скелет. Скелет. Иди сюда, говорю. Он собирается корить, что не собирает. Опять есть, уж опять. Кто? Сюда опять копать. В смысле, опять так, мы тут не были, сзади были. Я говорю, опять копать. Я вижу. Все, будем копать? Да. Вдруг что-нибудь ценное найдем. А что ты найдешь, кроме монеты, бля? Которые... Нахрен монетки вообще не понимаю. Таймер делать заебал. Одна купюра зачем? Ой, а тут вообще ничего нету. А вот. Да ну тут вообще, блядь.
Вот дождик пошел. Ну ты надо эти есть, как у раковины. Надеюсь. Подруги. Он собирает эти елки, блин. Цепури, цепури. Ну, есть у нас собрать. Все, больше тут ничего нет. Да, ничего нет. Пошли яйца искать. Пошли обратно. Какие яйца? Пойдем дальше вверх в деревню, то надо прийти. По-любому деревня должна быть. Ну, блять, раз. Мы были сейчас в деревне. Кто-то их закопал. Так мы были в деревне, алло. Может там яйца есть, и вот это вот. Земля. Черепа себе. Закопал вот эти, которые нашего друга убили. Взяли его там, блядь. Он ничего плохого не сделал, они его убили. Ладно, мы там деремся, а он а это даже его не хочет реанимировать. Ну как? Ничего не делает. Да можно как-то реанимировать. Надо просто в интернете. Может ему таблетку надо дать. Угу. Аспирин. Или по дороге проражить. Или сделать этот сульсак. Умею сделать этот. Как его, блядь. Ёбаный в рот, вон он, блядь. Он с меня прыгнул. Вот ты просунул на него. Он ты хотел туземцы? Я тоже. Я тоже одного ёбнул. Где еще? Тут за деревню зачку. Ты где, сад? Ну, он еще один. Ой, ебать. У него броня, слышишь, у него броня. Берут, понял, у него броня. Какие у него броня, сад? У него броня здесь. Где у него пох у него? У меня броня. Да, ему полжизни теперь осталось. Куда вот? Ты придешь, мне опять куда? А ты это или ноги тут? Нет. Ну идем по кругу сам. На пляж. Заебал ты ныть там. Что там наверху? Ну надо яйца найти. Или надо забрать. Ищи один, набирай там и ищи, блядь, что хочешь. Ну просто я там, у меня все нашел, вот тут я все нашел. Да ты по кругу ходишь.
Блять, заебал мне устал, блин. По-моему, блять, по кругу ходишь. Это ты нахуй по кругу ходишь, блин. Я тут с тобой хожу. Ёб твою мать. Я сейчас с тобой. Сейчас пиздец начнется. Встань. Прошел. А вот и мне тоже пиздец. Блять, что это залезть, я-то пройти не могу. Что это такое внизу, Манчи? Пляж. Кто тебе? Пошли туда вниз. Куда ты хочешь? Пуститься хочу, блядь. Пошли. Как, блядь? Ёб твою мать. Прыгай. Угу, сам прыгай, блядь. Развалимся. Должен не играть, не играть в хоккей. Дай свой. Пошел. Собачий морг. Спуститься-то надо как-то, блядь. Собачий тропа ходишь. Черепашки, наверное. Где? Ты что делаешь? Ну что? Ой, уже поехал первый герой. Так. Че скраб надо? По дороге гранату стрелять кого? Че ты смотришь? Ну-ка, да, почитаем, как ожить Кевина. Так. Ожить Кевина. Кельвина? Кельвина зовут? Очень интересно. Так. Ну-ка. Что ты хочешь? Ой, нет. Солнце. Что ты делаешь там? Вот как воскресить. Считаем. Это все не так. Он даже сражаться не может, понимаешь? Вот эта девка настроить.
Я его лично Серегой зову. Короче, он честно подкинул. А как предмет выкинуть? Можно? На П. Поищу книгу. Ничего, не выкидывай его. Ну, значит, нельзя выкидывать его. Так вот, вот мудрый фонарик выбрать. Так, пойму. Что значит заполнено? Ну, если бы забито у тебя все, блин, что не заполнено. Это элементарный вопрос дает. А. Ну, вы, блин, даете. Ой, ты что такое? Ты что там бегаешь? Белка? А, белка. Черепахи-то. Ну, черепах-то. Нету черепах. Это девушка. Знаешь, что катаны можно рубить это? Тонкие деревья, тонкие эти ветки. Дерево, конечно, не срубишь. Не, дерево не срубить. Ты долго, Сакс? Сакс. Акула. Сакс. Ты долго там? Угу. А что ты тут делаешь? Разбираешь. Я попробую келью нас спасти, не надо. Далеко идти. Ты разбираешься. А. Все, понял. Что ты там летаешь, палки? Смотри. А, ты хочешь это сделать, что зажечь, что ли? Угу. Смотри. Ну, я понял, факел из этого. С черепа видишь? Я видел. Прикольно. Я думал, как так делать, блядь? Это дом был открыт. Вторая часть есть, кстати. Гонь на подставку можно. Когда бы черепах. Ты ткань проебал. Блин. Эх, ладно, Монти. Спать? Да. Давай пока. Ну, я тут тяжело получил. Чё? Админ.
Я получу достижение. Это я щелкаю. Заблокировать игрока. Выбрать. Доверенный администратор. А, вот это достижение получено. Видишь? Доверенное это. Достижение. Спасибо, я какое достижение получил. Два достижения. Доверенным лицом. Я достижение получил. Все, ладно, пока. А что, ты больше не можешь? А ты что? В смысле, сегодня? А ты спать пошел уже ведь? Я тоже спать хочу.